есть елочка большая и маленькая. Рассказывали, что нам и средняя. Тройняшки Кира, Антонина и Полина Шумова год назад появились на свет в этом роддоме. Теперь здесь будет расти фамильное дерево их семьи. Пока они не могут осознать важность этого момента, а вот старший брат Ярослав, кажется, в полном восторге. Как ты думаешь, сколько тебе будет лет, когда это дерево вырастет? Ну, не знаю, может быть, 13. Будешь ухаживать все это время за ним? Да. Гордость. Знаем, что теперь у нас есть дерево, дети есть, осталось построить дом. Где-нибудь за оградой этого учреждения. Акция «Подари жизнь, посади дерево» прошла и в краевой клинической больнице. Всего на территории медицинского кластера высадили 350 саженцев ели, сосны, березы и рябины. Это будете это до Нового года копать! А мы не торопимся. Кстати, в 2017 году здесь было вырублено более 400 сосен. Для дара строили парковку. Тогда массовая вырубка вызвала гнев у барнаульцев и непонимание, зачем роддому парковка на 500 мест, если ежедневно сюда поступает около 10 человек. Теперь возрождать реликтовый бор здесь будут постоянно. Каждая мама, чей ребенок родился в стенах дара, тоже сможет посадить фамильное дерево на территории больницы. Следующими к акции «Подари жизнь, посади дерево» присоединятся в краевом госпитале ветеранов войны. Планируется, что там высадят несколько десятков саженцев ко дню Великой Победы. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.